Гагарин, Рэмбо или Человек-паук? А что приходит в голову вам, когда вас спрашивают и попросят назвать самого известного героя? Сегодня мы узнаем у жителей нашего города, кого они считают самым мужественным человеком в мире. Для меня мой отец, он был у меня на войне. Гагарин. Мне сейчас нравится, как Путин себя ведет на внешней политике. Петр Первый, конечно же. Ну, потому что он великий. Великой Отечественной войны в основном тех, кто вернулся. Ну и вообще, я считаю, что президент самый мужественный человек. Юрий Гагарин. У каждого свой герой, а у жителей Саратова они такие. Вдохновляйтесь и творите добрые дела. Ну и, конечно же, смотрите наши опросы на телеканале «Саратов-24» в утреннем шоу «Автопилот».